Накануне вода у берегов Сочи была плюс 11, а уже 14 марта стало теплее на градус. У Геленджика, Туапсе и Новороссийском на протяжении длительного периода температура держится на отметке в 11 градусов. Самая прохладная вода в Анапе – лишь 10 градусов. Напомню, подходящей для купания считается температура морской воды от 22 градусов. Хотя желающие принять морские ванны есть уже и в марте.